Детский сад «Звездочка» из города Куровское признан региональной инновационной площадкой. Это серьезное достижение районной системы образования. О том, что это дает воспитанникам детского сада, в репортаже наших корреспондентов. В 2017 году педагоги Куровского детского сада «Звездочка» запустили проект повышения качества образовательного процесса в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. Именно он был представлен на суд жюри конкурса. По словам автора проекта Ольги Вертелко, в его основе лежат экспериментальные методики обучения дошколят, которые учитывают, что ребенок этого возраста – любознательный исследователь и лучше всего запоминает то, что сделал своими руками. Эксперимент – это воздействие материала. Воздействие на предмет с целью его изучения. Посредством этой деятельности, продуктивной деятельности, когда дети сами задействованы, они познают окружающий для них мир. Это опытно-исследовательская деятельность. Они изучают свойства, например, воды, воздуха, рассматривают микроскопы снег, кристаллы, то есть изучают предмет изнутри. В первую очередь проект рассчитан на детей старших групп и очень важен в рамках их подготовки к школе. Но результаты работы с младшими группами также показали высокую эффективность. Мишка, мы сейчас будем прятать камешки. Ну-ка, отворачивайся. Отвернулся. А теперь поворачивайся, открывай глазки. Где камешки? Да вот они спрятались. Вот камешки лежат в стакане с водой. Как же ты быстро нашел, Мишка? Потому Почему что нам... вода прозрачная. Потому что вода прозрачная. Конкурс на присвоение статуса региональной инновационной площадки среди дошкольных учреждений проводится с 2013 года. Его учредитель – Министерство образования Московской области. Впервые в число победителей вошел детский сад из Орехово-Зуевского района. Конкуренция очень серьезная, и там очень строгий отбор, насколько мы поняли. Там были очень крепкие критерии такие. Но я хочу сказать, что с 2013 года и не было победителей еще. Победа детского сада «Звездочка» имеет огромное значение для образовательной системы Орехово-Зуевского района. В целом, этот опыт, региональная инновационная площадка, он будет отслеживаться, обобщаться и мультиплицироваться на другие образовательные учреждения. Цель-то вот это. Если направление получается у этого детского сада по этой теме, то, конечно, чтобы они смогли поделиться своим опытом, своими наработками со всеми садами не только района, но и Московской области. Проект рассчитан на 3 года. По истечении этого срока педагоги ожидают повышения уровня познавательной активности у своих подопечных, проявления у них учебной инициативы и самостоятельности. На выделенный детскому саду грант в размере 500 тысяч рублей будет приобретено оборудование для музыкального зала и видеостудии, которые, безусловно, расширят возможности педагогов в работе с детьми.